В честь предстоящего юбилейного дня металлурга сотрудники предприятия «Полиметалла» решили провести фотоконкурс. Творческие конкурсы в рамках профессионального праздника Дня металлурга уже можно считать традиционными для предприятий «Полиметалла». В этом году в план мероприятия включили конкурс «Семейные фотографии». Тема звучала так: «День со счастья начинается, когда родные рядом». Семья для золотодобытчиков – в тыл, крепость, сплав любви и тепла, которому они хорошо знают цену. В течение 3 недель сотрудники могли выбирать фотографии и отправлять их на конкурс. Главным призом у нас являлся профессиональный фотоаппарат и также возможность принять участие в мастер-классе от профессионального фотографа Максима Шаргородского. В фотоконкурсе принимали участие 10 семей. Они рассказали зрителям посредством фотографии занимательные истории о семьях, увлечениях, традициях, домашних любимцах. В общем, приз нашего фотоконкурса достается Филиппич Татьяне. Понял, что у меня есть хорошая такая эмоциональная фотография с летнего отдыха. Действительно счастливый момент. Утро, все выспались, поехали на море. Любимый ребенок, любимый муж и такой хороший солнечный кадр. Ну, я думаю, ну почему бы и нет? Ну, действительно, она такая очень эмоциональная. Я ее отправила, и сегодня, конечно, шквал эмоций. Приятно, что я получила вот фотоаппарат. Это прям класс, суперски. Итоги конкурса подвели в Доме молодежи, где профессиональный фотограф выбрал победителя. А позже он провел мастер-класс и поделился своим опытом. Максим Шаргородский связал свою жизнь с фотографией, и уже 34 года он занимается этим творчеством, которое перетекло в преподавательскую деятельность. Современной молодежи, у них слишком много факторов, которые не позволяют им что-то увидеть вокруг себя. И для меня фотография есть транспортное средство, при помощи которого я пытаюсь донести до студентов, что такое хорошо, что такое плохо. Даже речь не идет о фотографии, речь зачастую идет просто об создании человека, об формировании человека как личность. Мир увлечений велик и разнообразен, и в этом мире всегда находятся занятия, которые развивают и дают возможность получать удовольствие. Одно из самых интересных – это фотография. Ирина Жданова, Олег Кузьмичев, телеканал «Амурск».